Военные учения Азербайджана не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе. Как передает канал 13, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу. По имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск, сказала Захарова, добавив, что военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа и делается это на регулярной основе. Соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. Напомним, что в азербайджанской армии с 15 по 18 марта пройдут оперативно-тактические учения с привлечением разных видов войск. В частности, к ним будут привлечены до 10 тысяч личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем, залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Армению взволновали анонсированные Азербайджаном на 15-18 марта учения с привлечением военной авиации и беспилотников. В ответ армянская сторона объявила о проведении тактических учений на территории Армении, причем почти в те же даты.